В главном концертном зале Кремля прошел большой концерт Олега Погудина. Так, народный артист России, член жюри всероссийского конкурса детской песни «Синяя птица» завершил свое европейское турне. Московский концерт он решил дать в свой день рождения. Праздник на сцене Погудин отмечает уже больше 20 лет. Перед выступлением он поделился своими ожиданиями от встречи с поклонниками. Необычность сегодняшнего концерта может быть в том, что он проходит в Государственном Кремлевском дворце. Это площадка, которая требует очень мощной концентрации, которая требует особой какой-то внутренней подготовки. Вот это, в общем, это очень большая ответственность. Очень хочется большого подарка, вот он и есть.